Так, наконец-то решили 8 числа встречу выпускников сделать. Я должна за это время 10, за 10 дней, ну там плюс-минус 10, да, должна я немножко убрать вес на килограмма 2, больше не хочу. Чтоб танцевать весело было, веселиться. Кушать я не буду, наверное, потому что чем есть, потом прыгать, танцевать. Надо творог мне купить. Так. Из топленого молока не надо. Вот это бежит. 5%. Ну давай, ты 2. И на утро тоже. 5%. Так, что еще можно? Кефир. Ой, блин. Жир, агрокомплекс, жидкий кефир. Так, вот я иду, пришла, сделала, у меня кирка. Смотрите, у меня кирка и бананчики. Я там кто-то выбросил, а я собрала бананчики. Вот. 3 штуки я посажу. Алло. Так, еще что мне взять? Йогурт возьму. Вот этот йогурт. Вот это голоском. Вот это, по-моему, йогурт хороший. Без сахара. О, хороший. Так, хлеба не будем мы. А, можно черный вообще-то. Или лаваш. Вот этот лаваш можно. Вот этот. Все, больше ничего не надо. Так, мы решили сходить в этот Баязет. Собраться в Баязет. В Амшинском дворе. Привет, привет. В Амшинском дворе там занято было. А сейчас мы делаем в этом Баязете. Одноклассники все собираются. Мне понравилось то, что заранее очень много этого было разговор. То есть за 2 месяца мы так готовились, общались, наговорились. Сейчас посмотрим, когда встретимся уже, посмотрим, о чем будем говорить. Наговорились на полную. Ой, это черешня же есть. О, давай огурчики можно взять. Вот эти розового цвета. Спаржа есть. Пару огурчиков возьму. Вот. Так что мне надо сейчас прогулкой заниматься. Каждый вечер ходить. И утром, если возможность есть. Потому что... А, кабачки тоже есть. Да нет, еще не надо мне эти кабачки. Тут есть у меня, хватит. Кефир этот. Ты мама веришь?